Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале «Посылки из Китая». Сегодня у нас на распаковке 6 посылок с AliExpress. Я думаю, что-то будет интересное однозначно, и будут элементы одежды. Поехали! Первая посылка у нас вот такая вот шляпа с полями. Бирочка LoveNet какая-то, 58, ну, размер или что. И я так понимаю, это, наверное, все-таки хлопок или солома. Возможно, солома, пахнет соломой. Шляпа, наверное, все-таки больше для детей, потому что мне на голову, по-моему, немножко маловато. Я, правда, себя в данный момент не вижу. Ну, как-то так. Потом, если что, посмотрю еще, как будет смотреться на ребенке. Ну, немножко, конечно, она замята, но и стоила, в принципе, копейки. Поэтому простительно, можно такую вещь, ну, если вдруг какая-то тематическая вечеринка или что-то вроде того, можно такое прикупить. Так, следующая посылка. Здесь, по-моему, тоже какая-то одежда будет. Ой, что это? Что это такое? Это с китайского бомжа, короче, сняли, походу, майку какую-то. Там обычные, где дыры были не обработаны, они их обработали ножничками, повырезали. Ну и получилась вот такая вот хрень. Для кого это заказано? Я, если честно, не помню, буду смотреть, узнавать. Ну, если что, чуть позже покажу, как это смотрится на жене. Так, следующая посылочка. Здесь тоже у нас одежда. 4 пары носков. Ну, давайте вот такие желтые посмотрим. Что можно сказать по качеству? Ну, тянутся неплохо. Правда, если вот растягиваются на большую какую-то ногу, то будут видны вот такие полоски. Запаха никакого не имеет, на ощупь материал приятный. Вроде как даже не синтетика. Больше о них рассказать нечего. Обычная обложка на паспорт, правда, слегка с увеличенным размером. 14 сантиметров ширина обложки, и за счет этого стандартный белорусский паспорт можно свободно перемещать в обложке. Расстояние излишка около 1 сантиметра. По качеству, в принципе, достаточно неплохой дермантин. Во время распаковки наговорил кучу ненужной информации, поэтому приходится переснимать. Модульная картина размером 21 на 21 сантиметр. Размер именно самой картинки, а не всего полотна. Все полотно немножко больше. Остается заказать только какие-то деревянные или, ну не знаю, любые рамочки. Поставить. И можете украсить свой интерьер в детской комнате. Бакарея является одним из самых популярных товаров на AliExpress по данным EPN. То есть, если вдруг вы пользуетесь каким-то кэшбэком для возврата денег, то, скорее всего, у каждого должен быть список популярных товаров. У EPN, по крайней мере, такой есть. Ссылку я оставлю в описании на EPN. И давайте посмотрим, как эти бакарезы могут справиться, допустим, с небольшим саморезиком. Саморез разрезать они не могут. Металл, ну, металл, в принципе, не деформировался. Это уже хорошо. Вы знаете, немножко попыталась это приспособа откусить. Ну, давайте более тонкую возьмем. Так, металл целый. И саморез, ну, наполовину он с ним справился. Теперь возьмем вот такую вот пружинку. Ну, с пружинкой, я думаю, справится на ура. Да, отрезает ее без проблем. А металл достаточно жесткий. Хотя, вы знаете, нет, ни хрена он не жесткий. Вот я пружину перекусил. Сейчас вот еще с одной стороны откушу.
И здесь остаются сразу заусенцы. Так, как вам показать? О, это тяжело на самом деле. В общем, вот одна заусенция, ну, с каждой стороны по одной. И здесь вторая. Это от пружины. То есть обычную мягкую какую-то проволоку, я думаю, он раскусит без проблем. А если вдруг что-то вот такого жесткое будет, то у вас будут проблемы, и в этот бокорез просто, ну, убьете. Если вы досмотрели это видео до конца, то можете принять участие в конкурсе на 150 российских рублей. Первое – поставить лайк, второе – подписаться на канал, третье – оставить абсолютно любой комментарий. Удачи, всем пока!